На открытие Ледового дворца в республику приехали олимпийская чемпионка, чемпионка мира Европы Елена Бережная, призер Олимпийских игр, чемпионка мира Европы Ирина Слуцкая, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Сегодня глава республики встретился с прославленным хоккеистом. Прославленный хоккеист отметил, в Чувашии живут спортивные люди. Это понятно и по количеству призовых мест на соревнованиях различного уровня, и по количеству всевозможных спортивных объектов, построенных в республике в последнее время. Открытие Ледового дворца в Чебоксарах Владислав Александрович считает очень важным и своевременным. Сейчас, когда российский хоккей набрал силу, необходимо увлекать положительным примером как можно больше мальчишек. Хотел бы поблагодарить за то, что действительно построили уникальный дворец. Я думаю, что это будет дворец здоровья, культуры, искусства. И будет общение. Это многофункциональный дворец, который очень нужен для вашей республики. Почему? Потому что это действительно будет центр притяжения людей. Для меня, как президент Федерации хоккея, это двойной праздник. Потому что как ребенок рождается новый хоккейный дворец, ну, на котором, мы надеемся, появятся новые Овечкины. И Малкины, и Дацуки, которые прославят нашу страну. Я надеюсь, которые прославят не только республику, но и прославят нашу страну на олимпиадах, чемпионатах.